В Ульяновской области заработала межрегиональная экологическая экспедиция школьников России. В лагерь «Сосенка» Чердаклинского района съехались больше 300 человек-участников из регионов России, а также Болгарии и Монголии. Экспедиция проходит в 17-й раз и впервые на территории Ульяновской области. И самое важное, что здесь у нас порядка 30 ребятишек из Ульяновска. У нас здесь клуб «Учитель года» Ульяновской области для того, чтобы посмотреть этот опыт, эту технологию применять в дальнейшем в нашей области, чтобы мы могли проводить такие экспедиции региональные уже для своих ребят и в большем масштабе. Участники экспедиции, победители различных этапов конкурса «Учитель года» и группы школьников 8-11 классов. И каждый учитель, который участвует в программе, это, во-первых, учитель года своего региона, во-вторых, он приводит с собой группу школьников и какую-то программу учебную, которую можно в полевых условиях реализовать. Так получается экологический лагерь. Как правило, правда, мы живем в палатках. Вот тут у нас в Ульяновской области исключение. Мы живем вот в более комфортных условиях. Но, как правило, это палаточный лагерь. И прямо в полевых условиях проводятся учебные занятия. Причем основная их идея в том, чтобы они были не похожи на традиционные школьные занятия, где мы учим предмету, а здесь мы учим применять этот предмет. Целый день ребята заняты, участвуют в различных мастер-классах, секциях и мастерских. К примеру, учитель физики показал ребятам, как надо изучать радиационный фон местности и проводить мониторинг. С помощью дозиметров школьники изучают радиацию на территории лагеря. И вот что из этого получилось. Среднее значение на солнце было примерно 9,3. Около речки 8,2. В теньке 8,6. Нормальным уровнем радиации считается 15 и меньше, скажем так. Это считается невредным для человека. В другой мастерской юные участники экспедиции проводили инвентаризацию деревьев. Своим опытом делилась учитель года из Калужской области Анжела Панюкова. Сейчас очень большую популярность набирает проект «Деревья. Памятники живой природы». Поэтому мы с ребятами в начале мастерской попытались определить дерево, которое поучаствовать в голосовании, и выбрать то дерево, которое в этом году могло бы стать деревом России. Не менее познавательные мастерские были у учителей химии. Ребята мониторили качество воды. Экспедиция школьников завершится 15 июля конференцией, где будут озвучены итоги работы лагеря на территории области. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.